Всем привет! И это видео «Подписчики управляют моей жизнью». На протяжении целого дня я буду кидать вопросики в Инстаграм, и вы будете на них отвечать. Что из этого получилось, смотрите в моем видео. Все фитоняшки, которые проголосовали за ЗОЖ, за йогурт и бананы. Вот, вот я купила их. Вот йогурт вот такой вот. И вот бананы. Все, наслаждайтесь. Я думала, вы тортик выберете, а вы, блин. Вы меня совсем не любите, но вы бережете мою фигуру. Я вас тоже очень сильно люблю. Все, до скорых встреч. В связи с тем, что я уже покрасила волосы в синий, и он еще не до конца вымылся, то буду красить только челку, вот, вот такими вот двумя тониками. 5.35 красный янтарь и 6.65 индийское лето. В общем, по результатам голосования я сейчас в платье, и я покрасила волосы, но в связи с тем, что они вот еще все синие у меня, поэтому если я наложу оранжевую или красную краску, то она перебьет цвет, и волосы будут не того цвета, который мне нужен. Поэтому я просто покрасила челку, вот. Думаю, хорошо видно. Вот. В такой рыжий красный. Так как было 50 на 50 голосований, то я смешала обе краски и покрасила волосы. Вот. Вот так вот. В общем, ребята, вот эти куда я отправляюсь, да, я отправляюсь на стадион кататься на роликах, вот. У нас, кстати, поставили новые тренажеры, сейчас я их покажу. Я, кстати, не одна, со мной мой рюкзачок, вот, горловка моя, она очень классная такая. Да, конечно, я ребенок, и свои 18 лет хожу с детским рюкзачком, но... Просто дело в том, что мне просто нужно будет положить куда-то сменную обувь, и поэтому я надела рюкзачок. Мне ужасно сейчас не хочется идти и пытаться на этих роликах, но я пообещала. И так как управляю своей жизнью не я, а мои подписчики, то я сейчас буду кататься на роликах. Вот, у нас вот такие новые классные тренажеры поставили, что спасибо большое нашему мэру. Вот, раньше у нас таких не было, а сейчас они появились. Поэтому... Я думаю, что летом я на них буду типа худеть, но это не точно. Вот, они очень-очень классные, я их очень сильно хочу попробовать. Но, во всяком случае, не сегодня, потому что у меня еще впереди экзамен. Но скоро я их всех сдам. И у меня будет целое-целое лето отдыха. Вот мои ролики, именуемые квады. Это типа как американские ролики, вот. И сейчас я буду на них кататься. Самый глупый поступок в моей жизни, это то, что я залезла черти куда, и фига с два сейчас слезу. И мне нужно выезжать на роликах, и надеюсь на то, что я не упаду. И вообще, надеюсь на то, что я, когда буду кататься, не упаду и не разобью коленки. Но то, что я рукожоп, меня это очень сильно смущает, поэтому буду надеяться на удачу и на то, что я не упаду. Мне сейчас даже намного страшнее не за себя, а за камеру, потому что я рукожоп, не дай боже, она упадет, и мне будет ее очень-очень сильно жалко. Ура, я благополучно выбралась, и вот я на асфальте катаюсь. Я уже давно не каталась на роликах с прошлого лета, и сейчас я буду кататься. Блин, мне стрёмно, потому что я боюсь упасть, но все же надеюсь на удачу. Если спросите меня, о чем я жалею сейчас, то то, что я не взяла с собой воду. Фу, блин, я ужасно устала. Наверное, все, буду на этом заканчивать свои покатушки на роликах. Кстати, да, я не упала, поэтому спасибо всем, кто держал за это кулачки. Кстати, ребят, пишите в комментарии, какие ролики вам больше нравятся, американские или наши обычные четырехколесные. И умеете ли вы кататься на роликах, хотели бы иметь ролики, и какие вам больше нравятся, наши или американские.
приступаю к просмотру фильма. Надеюсь, он будет интересным. Я специально показываю только начало, чтобы не быть спойлером для тех, кто не видел. Кстати, пишите в комментариях, кто видел этот фильм, а кто не видел, и хотите ли посмотреть. Я заказала вот такую вот пиццу, вот она, но в связи с тем, что она закрыта, то я ее уже потом открою и сфоткаю. В общем, вот такая вот пицца, сейчас я ее открою, чтобы вы убедились, что это курица грибы. Вот, все, пускай у вас слюнки текут. Вот, это сыр, это кусочек курочки, вот это грибочки, вот, все. Завтра уже сфоткаю, наверное, или нет, все, что от нее останется. В общем, я зарегистрировалась на Wake Up and Run, и мне дали вот такой вот пакет. И сейчас посмотрим, что в нем внутри. Здесь находится вот такая вот футболочка, и сейчас я ее надену. Вот. Вот, я надела вот такую вот футболку и буду бежать. И да, я действительно буду бежать, так как я не накрашенная вообще. Поэтому всем спасибо за просмотр, всех люблю, всем пока. В общем, померила я футболку, она на меня какая-то маленькая. Думаю, в чем прикол? Я заказывала XS, мой размер. Короче говоря, смотрю я на размер, и тут написано для 9-11 лет, 1,40 м. Класс, Кристина 18, полторашка. Я прикалываюсь просто. Ну, блин, для 9-11 лет. Ну как можно быть такой с дыхотой? Не знаю, может быть, реально размер перепутали. Но он на меня как раз. Точнее, даже вообще просто шикарно сидит. Ах да, чуть не забыла. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на мой канал. Надеюсь, вам было интересно. А я вас всех-всех-всех очень сильно люблю и обнимаю. Пока-пока.